Привет всем, это видео для новичков, и я покажу самый эффективный способ разогнать депозит с 350 рублей. В интернете сейчас одна вода и кликбейт. В этом видео я вам все объясню коротко, просто и доступно. Торговать я буду по похожим ситуациям. Итак, я заключаю сделки на повышение. Здесь мы видим, что ситуации повторяются. Есть уровень поддержки и 4 ямы. Мы заходим на формирование 5 ямы. Это самая простая и понятная для всех стратегия. Но помните здесь одну вещь, что чем больше повторений, тем выше вероятность того, что скоро они закончатся. Лучше всего заходить после 2-3 повторений. Сделки я здесь, видите, заключаю на 1 минуту. Почему? Потому что ситуации повторяются каждые 1-2 минуты. Значит, анализировать график мне нужно на отрезке в 10 или 15 минут. Ситуацию там за 5 часов или за целый день мне здесь смотреть бессмысленно. Есть ситуации, которые повторяются каждые 2 часа. Вот там да, нам уже нужно анализировать график на целый день и входить в сделку на 1 час, к примеру. Это информация для тех, кто вот будет спрашивать в комментариях, насколько здесь заходить. Смотрите расстояние между повторениями, вот и все. Здесь было очень опасно, и одна сделка, видите, срывается. Переходим к следующей ситуации. Здесь мы наблюдаем такую же картину, но повторение ям теперь идет восходящее. Также она может быть и нисходящим. Ждем формирования 4 ямы и заключаем сделки на повышение. Еще очень важные моменты. Чтобы себя обезопасить, всегда ставьте частями. Этим вы себя сможете уберечь от одного пункта или от резких колебаний. Видим сильный уровень поддержки. Вот, я его вам показываю. Каждая точка выше предыдущей. Образовалась 4-я яма. Ситуация продолжает повторяться, видите, да? А чтобы увеличить проходимость сигнала, ищите самые лучшие ситуации. Потратьте на поиск, не знаю, ну сколько нужно будет времени. Но ни в коем случае не заходите в рынок просто так, наугад. Я уже говорил это в закрытой группе, что мы здесь не угадываем, мы анализируем. И еще, самое-самое важное, вот сейчас слушайте меня внимательно. Одна валютная пара, один сигнал. Заработали – ушли. Потеряли – ушли. Больше мы в этот день на эту валютную пару не возвращаемся. В этом вся фишка. Делайте 5 сигналов в день на разных валютных парах, и вы увидите, что проходимость у вас будет 90%. Только никогда не нарушайте это правило. Итак, на этом все, народ. Подпишитесь на мой канал, обязательно поставьте этому видео лайк. Добро пожаловать в мою бесплатную группу по заработку, где я даю сигналы. Первая ссылка в описании. Всем удачной торговли. Пока.